Да, офигенный день рождения. Меня поздравили только две подруги и мой мейл. Причем мейл даже как-то искреннее. Если бы рядом была моя бабуля, она бы сказала: «Ликусь, иди вперед, и все получится. Только надень колготки потеплее». А что? Хотят они этого или нет? Нет. Прийти на вечеринку, на которую меня не звали, я так не могу. Бабушка! Вот это да! Моя попка впервые поместилась в зеркало.